Именной батальон «Ульяновск» скоро отправится защищать родину. Часть команды уже отобрана. Все эти мужчины – добровольцы. Многие из них с боевым опытом в биографии. Братья Денис и Дмитрий проходили срочную службу. Они, узнав о формировании батальона, раздумывать не стали. Должен быть там. Должен быть там. То есть я думал, что по мобилизации призвал. А оказалось так, что как? То есть я решил сам. Мы себя относим к тем, кто защищает. Поэтому мы приняли такое общее решение, то, что надо помогать людям. Губернатор Ульяновской области поприветствовал бойцов и сказал слова напутствия. Уверен, что и вы будете воевать достойно, с честью. То, что вы записали с именной батальон, это говорит о том, что вы уже настоящий герой. Несмотря на богатый послужной список, воинам предстоит обучение. Времена изменились, технологии тоже. Да и навыки боевые надо вспомнить на практике. За каждым солдатом будет закреплен наставник-инструктор, участник спецоперации. Командир батальона с позывным «Морпех», гвардии подполковник. Подавляющее большинство ульяновцев – это практически 90%. Вот. Есть 10% с других регионов, которые посчитали нашу подготовку достаточно высокой. Военные явно в приподнятом настроении. Особенно они рады тому, что им выдали форму, новую, разработанную для условий СВО. Проводить парней приехали родные. Настрой бодрый. Так что, как вы сами видите. Где вы служили, скажите? Монголия, Монгольская Народная Республика, Дальний Восток, потом Приволжско-Уральский военный округ. Должность от командира взвода до командира отдельной роты. Был приятно удивлен, честно скажу, потому как губернатор Ульяновской области обеспечил нас этим обмундированием. Огромное спасибо, мы вчера бурно обсуждали все это. Конечно, очень приятно. Это не весь батальон. Пополняться он будет до 1 июня. Затем обучение и боевое слаживание. Автобус с бойцами отправился традиционно от старого вокзала. Прозвучала композиция «Прощание славянки» и песня шамана «Я русский». Родные защитников благословили на подвиг своих родных и проводили их в добрый путь вперед к победе. Для вступления в ряды добровольцев нужно обращаться в пункт отбора на военную службу по контракту. Адрес: город Ульяновск, улица Карла Маркса, дом 39А. Телефон 35 62 78. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.